Самый главный вопрос, это все-таки вопрос по Фаридуну Адилову и Даурену Ермекову. Даурену дали пояс. Какие отношения с Фаридуном? Потому что было огромное количество хейта в социальных сетях. Сейчас, я не знаю, видел ты или нет. Но что вот сейчас происходит? Вы его уволите, вы его дадите все-таки еще один бой. Что происходит? Мы официально на нашем сайте же объяснили ситуацию. И я думаю, что в первую очередь это большое неуважение Фаридуна к организации. Большое неуважение к сопернику. Соперник гонял весь 2 месяца, не видел семью. Готовился то и так же. Понятно, ему по каким-то причинам он не смог сделать весь. Например, не сделал весь, понятно. Мы поговорили с соперником, он Даурен был согласен выйти с ним драться. Какая проблема? Отправили к нему врача. Врач сказал, что у него нормально, здоровьем никаких проблем нету, он может драться. В чем проблема, ребята? Просто если так каждый человек будет так вести себя и говорить, что я не могу, там, мне сегодня плохо, тогда лучше вообще не выходить. Поэтому я считаю, что это он проявил неуважение. А так, что у него в душе или какой-то там оскорблять его, там, сказать, что он не испугался, я не знаю, это он сам пускай принимает решение, почему он так поступил. Но оправдания нету этому поступку. Все люди ждали, столько болельщиков, столько людей пришло, столько денег мы потратили организации этого турнира, столько всего сделали. И он взял, прилетел. Может быть, какая-то причина там. Он там на рейс опоздал, просидел в аэропорту. А кто виноват? Он сам пропустил свой рейс. Мы все понимали. Даже приехал сюда, мы ему дали 6 часов времени. Но он когда сказал, что не может делать весь, мы уговорили Даурена согласиться сделать. Есть, конечно, есть правила такие. Для него это не титульный, а для Даурена он титульный. Все, на этом договорились. Он сказал, я восстанавливаюсь. И вот так до вечера не пришел на официальное извещение. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем делать. Мы со своей стороны все сделали. А он проявил неуважение. Так финального какого-то созвона или разговора был с Адиловым или нет? Знаете, до сегодняшнего обеда он еще не давал ответ. Обедом наш партийный менеджер Камал к нему поехал, с ним лично увиделся, он сказал, он говорит, я не буду драться. Я себя плохо чувствую. Когда тренируется, когда готовится, всем плохо.